Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, забираем свои ежедневные награды. Это в первую очередь. Во вторую очередь мы с тобой выполняем ежедневные задания. Поэтому открываем бесплатно колоду. Так, выпадает нам Джастин. Его глаза можно за километр узнать. Так, теперь бежим с тобой в список. Находим нашего Донателло. Естественно, космического. Так, а где у нас Донни? Вот он. Навыки. И прокачиваем ему скорость света. Твою налево. 4 чеп-планшета нам нужно. Ну давай попробуем вытащить. Первая попытка неудачна. Вторая также неудачна. Третья тоже неудачна. Зашибись. Ребят, называется, получаем чеп-планшет. Во. Один есть. Только лишь один. Зашибись. Да, шанс выпадения, конечно, очень маленький. Второй, так, третий. Ну давай, последний, последний мне. Все, нормуль. Так, давай дальше смотреть. Нам нужно с тобой 6 ячеек крэнгов. Так, нам выпадает телескоп. Силовая ячейка крэнгов. Это только одна штука. Вторая. Третья. Три. Ну, понятно, короче. Три ячейки мы с тобой нашли. Остальные три уже будем тогда искать в следующий раз. Забираем здесь наши награды. Пройти серию испытаний. Это в обязательном порядке. Давай пробежимся. Так, ребят, сегодня что у нас? Четверг или пятница? По-моему, четверг. Новых событий нету. Значит, остаются арена и фарм. Да, именно фарм. Ну, фарм у нас будет легкий, нам не надо ничего проходить. Мы просто будем с тобой тратить сыр и смотреть, выпадет ли нам или не выпадет ДНК на наших, хотел сказать новых, не новых, конечно же, на наших персонажей, которые нам нужны. Так, ну что, минус Маузер. А здесь у нас, ну, Крысиный Король и Пиццелицей. Давай, наверное, я Пиццелицу заряжу хорошенько. Так, замедлили. Рафаэль, красавчик. Что они делают там? Ага, замедляху, что ли, на нас положили. Хотел сказать, сейчас возьму провокацию. А провокации у меня нету. На тебе. Слушай, Маузеры, помогайте, пожалуйста. И остается лишь Крысиный Король. Так, выпускает стаю крыс. И фигушки, это ему не помогло. Так, я вот не знаю, давай, наверное, мы хил свой поставим. Постепенный. Ну, придется, уже придется его добивать. Я думал, немножко восстановим с тобой, хоть здоровится. Но не вышло, ни шиша. Ладно. Так, ну, мы прошли с тобой серию испытаний, поэтому давай заберем здесь награду и поднять уровень персонажа. А что у нас с мутагеном? С мутагеном у нас все отлично. Так, Донни. 86 уровень. Отлично. Так, и забираем оставшиеся награды. Так, по-моему, я эти жетоны успел набить. Да, ребят, успел набить. У нас 685, поэтому быстренько с тобой отправляемся в магазин. Так, монет у нас 81, это мало. Нам нужно 100. А вот по жетонам, ребята, у нас как раз все нормуль. Мы с тобой возьмем сейчас, наверное, ДНК на нашего бибопчика. Так, итого у нас 55 ДНК. Нормально. Так, теперь идем в испытание. Заходим с тобой вот сюда и начинаем фарм. Маяк. Осколки. Слэш, это уже хорошо. Золотые осколки. Кожа головы тоже неплохо. Так, и две попыточки еще. Так, $3. И пип. Ну что, друзья мои, я вам скажу, неплохо получилось. Получили мы с тобой, значит, слэша, кожа головы и пита. Конечно, хотелось бы еще рокула, но сыр, к сожалению, нету. Закончился он весь. Значит, мы с тобой переходим куда? На арену. На арену, естественно.
Так, мы находимся в Лиге Мастеров. Ранг у нас 40-й. Блин, а что так быстро меня скинули-то? Буквально вчера был в Лиге Мастеров 3 звезды. Нифига себе они сбрасывают. Так, интересно, одного шредера будет здесь, наверное, недостаточно. Поэтому возьму Зека. Возьмем Зека и вместе с ним вот этих вот персонажей. Здесь, слава богу, у нас Микеланджело нету, поэтому после Зека сразу же будет ходить Шреддер. Должно быть так. Проверим. Так, бомбочка. Слушай, мне не знаешь, что не нравится? Сколько мы нанесли урона этой бомбочке? Очень мало. А, они не жильцы. Все, им крышка. Зря я так делаю. Я вот зря так делаю. Сейчас ушатает. Твою налево, чуть было майки не ушатал. Я же совсем забыл, что Сплинтер у нас может контратаковать. Нельзя так подставляться в следующий раз. Ну что, 24-я позиция, да? 16-22, а если постараться, может быть, вот 17-23. Шреддер, ты уж извини, но без тебя никуда. Ты нам здесь будешь нужен. Нет, давай-ка мы, наверное, не Дони возьмем, а... Блин, тут нужна хорошая инициатива. Давай Леонардо возьму. Так, Шреддер, Леонардо. Тут майки нету, нету. Тут только у нас Рафаэль враг. Рафаэль, Ванька, Эйприл. Ну, в принципе, ну что. Шреддер, по-моему, будет первым ходить. У него инициатива больше, чем у Леонардо. Так, прекрасно. Ну и Лео, естественно, добивает. Лео тут у нас мастер-класс показывает на добивке. Так, а мы с тобой две ДНК, да? Только на руку его не забрали. Ну, с одной стороны, ребята, это и хорошо. Ну, в плане хорошо, что у нас всего лишь одно событие, которое нужно фармить. Завтра у нас вроде бы пятница, и у нас открывается доступ к следующим событиям. Но это уже будет завтра. Так, сегодня я получаю провод, друзья мои, для айпада. Хочу протестить, будет ли он выводить изображение на монитор без задержек. Потому что Wi-Fi соединение мне совсем не нравится. И если все будет нормуль, то, друзья мои, будем сразу продолжать игры, которые у нас идут на айпаде. А там есть что позаписывать, поверь мне. Так, ну что, погнали. Так, у нас Супер Шреддер плюс Усаги. Ну, Усаги ходит первым, потому что инициатива у него побольше, чем у Супер Шреддера. Окей. Ну и добивка. Куда же еще-то? Давай. Шмяк и готово. Идеальная победа. Самая долгая прокачка, мне почему-то кажется, что будет это связано с маузерами. С нашими. Ну, кролики, которые... Так, 95-я позиция. Лига мастеров у нас 2 звезды. 17-23. Тут майки, правда, есть, но я думаю, ничего страшного, да? Если мы с тобой, наверное, вот сегодня отыграем всех персонажей, то 100%, да, наверное, мы попадем в топчик. На первое место. Кто-то мне писал, Рэй, я там... Кто-то писал мне. Абсолютно я топ. Ну, не я, а именно тот, кто писал мне. Я говорю, а как ты это определил? У меня столько-то кубков. Я говорю, и что? Ты как будто всех видишь, кто участвует в игре. У всех прям просматриваешь кубки и что ты так заявляешь. Нет, конечно, ребят. Даже я, когда становлюсь на первое место, это не означает, что я на первом месте всей игры. Нет. На первом месте вот определенного своего, как бы сказать, участочка. Потому что я больше чем уверен, что многие люди сидят на первых местах в топе. Так что обольщаться не стоит. Ну, наша-то главная задача — просто сидеть и получить как можно больше наград. А там идут платиновые осколки, да? Соответственно, там побольше денежек идет, именно долларов. Да и вообще награды ценнее. Так, ну что, Армаган, заваливаешь? Заваливает. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Хочу уже быстрее добежать, как говорится, до Лиги Мастеров 3 звезды, занять первое место и пойти уже что-нибудь следующее снимать. А следующее, ребята, у нас, наверное, будет сегодня
Драконы, всадники Олуха. Это, наверное, 100% сегодня будет. Так, Донни и Бакстера вот так вот возьмем. И, возможно, будет у нас Юрский парк. Да. А там уже посмотрим. Потому что сегодня еще серию мне нужно записать по Страже Галактики. Сегодня запишу, а через 2 дня она только будет готова. Потому что, друзья, я говорю, видос снимать это одно, а вот в интернет, когда он выкладывается в 2К расширении, это уходит чуть ли не 1,5 суток. Я не знаю, почему он так конвертирует там долго, но это факт. Так, ну что, 54-я позиция уже радует. 17-23. Поехали. У нас откатов-то хватит. Я тут губежки-то раскатил. По идее, должно хватить. 10, это еще 5 поединков. Плюс у нас есть доллары. Я, правда, не знаю, стоит ли мне их тратить. Может быть, даже не стоит. Ну что, понеслась. Как всегда, шипы. Ага. И валун. Шипы и валун, все. Разобрались и поскакали дальше. А наш старый состав, если ты помнишь, да, был Леонардо и Усаги. Это самый первый, который у нас был вообще из топчика. Можно даже сейчас посмотреть, справятся ли они. Что-то как-то рискованно. Не, ну в принципе должны. А если нет? Тут зависит от Усаги много что. Если Усаги отнимет очень много здоровья у наших противников и плюс наложит постепенный урон, то Леонардо, конечно же, будет проще разобраться. Ну, в принципе, да, тут все окей. Лео, давай. Тут у них постепенный урон, так что Леонардо... Видишь, да? Донни, у Донни, если бы не было, ребята, постепенного урона, он бы сейчас кого-нибудь дозвезданул бы. Причем очень хорошо ударил бы. Так, 27 место. Окей. Так, 17-24, есть такое дело. Берем Шредера, Майки, Ваньку. Да вот такую вот команду мы с тобой возьмем. И все. Здесь, по крайней мере, волноваться не за кого. Что кто-то упадет у тебя, если ты там промахнешься или кого-то не добьешь. Они самодостаточные, поэтому они выдержат любой натиск. Погнали. Ну давай из России с любовью. На. И все втроем они распластались. Отлично. Двигаемся далее. Так, какое место? 12-е? Так, точно, 12-е место. То есть получается нам с тобой еще один поединок сделать. И мы все, с тобой будем в Лиге Мастеров 3 звезды. Там уже что хочешь, то и делай. Ну, давай, 17... Вот, 17-24. 17-24. Так, возьмем этих двоих охламонов. Раз, два, три. Поехали. Бомбить, естественно, ребят, бомбить. Поехали. Ну, Шредер, вот он максимум на что способен, ребята. Это вот первые свои клинки выпустить, все. Если начать что-то делать другое, то можно сфейлиться. Причем моментально. Иногда, когда я с вами разговариваю, да, я забываюсь и могу пропустить удары. И из-за этого раньше у меня очень много было фейлов. Ну, просто из-за того, что невнимательно следил за игрой. Так, 17-24. Давай, наверное, возьмем вот этих вот. Лео плюс Армагон. Кстати, Лео плюс Армагон. А не зря ли я так сделал, ребята? Знаете почему? Так, стоп. У нас Хан. Я знаю, что Хан очень силен по инициативе. И я боюсь, что он сейчас будет первым, наверное, ходить. 78 уровень все-таки у него. Ну-ка. Карайка даже. Воу-воу-воу-воу. Так, по-моему, сплинтру крышка, ребята. Ага. Вот они как сделали. Короче, ты понял, у Карайки инициатива даже больше, чем у Хана.
Это для меня какая-то новость прям. Ничего себе. А у них уровень одинаковый был или Карайка была... Ну-ка. А, у Карайки на один уровень повыше был, понятно. Но все равно Карайка сходила первая. Да. Так, 17-24, давай берем вот этого вот Армагончика. И у нас заканчиваются, кстати, с тобой откаты. Я бы даже сказал, уже закончились вообще. Кстати, друзья мои, как вы смотрите на то, чтобы я на своем втором канале начал прохождение игры Uncharted? Я думаю, что многие, наверное, знают. Многие, наверное, даже и видели прохождение этой игры, но... Что-то мне вот захотелось поиграть. Я, кстати, жду вторую часть Горизонта, который должен скоро выйти. Также у нас должен выйти Рагнарок God of War. Когда вот только вот, когда он выйдет, точно я не знаю, ребят. Не было нигде этих, как это назвать-то тебе, ну, предрелизов, что ли, да? Когда ожидать. Стоп. Ну что, берем, да? Берем с тобой, наверное, так. Тратим $250. Но как только они появятся, сразу же, друзья, в бой будем проходить. Но, опять же, повторяю, эти игры будут у нас, которые на ПК и на консоли выходят, они у нас все идут на второй канал. Так, ну что? Завалили. Прекрасно. Тогда идем дальше. Там остается нам совсем чуть-чуть. Сейчас будет 50-е, наверное, место. Почти 50-е. 9 откатов. Хватит ли нам их, чтобы пройти? Наверное, нет. Скорее всего, не хватит. Ну, докуда дойдем? К сожалению, я уже 10 откатов получил за рекламу. Я уже посмотрел. Так что в заначке у нас больше ничего нету. А тратить еще $250 на 10 откатов я, ребят, не вижу смысла. Потому что еще только четверг, еще 3 дня впереди для того, чтобы, ну, все-таки занять первую позицию и наслаждаться наградами. Так, 40... Какая там у нас? 36-я, окей. 36-я, значит. Погнали. Возьму Армагона, возьму Леонардо. Хочу вот такую командочку испытать. Лео плюс Армагон. Опять же, нужно, ребят, следить за противником. Если у них там будут очень быстрые, например, Майки или еще кто-нибудь. Вот здесь, по-моему, Майки будет... Нет, смотри-ка. Майки видение у него слабовато с инициативой. И вообще какая-то команда слабая была. С одной плюшки упали, прикинь. Хм, интересно. Так, двигаемся тогда дальше. И надо будет посмотреть, сколько у нас осколков уже платиновых. Ну, чтобы приблизительно прикинуть, сколько нам еще нужно недели отыграть, чтобы прокачать следующего персонажа в платиновый ранг. Так, 3 отката. Блин, не хватит. Хотелось бы, конечно, но не хватит. Ладно, фиг с ним. Давай, поехали. И валуном добиваем. Все. Кстати, смотри, на диване лежит пицца, коробка от пиццы. Это случайно не Микеланджело или диван? Так, ну все, ребята, нам хватает тютелька в тютельку. То есть мы с собой тратим откаты, да? И остается всего лишь один. И зарабатываем первое топовое место. Как бы сегодняшняя цель наша выполнена. Поехали. Ну-ка. И добивка. Давай. Добьем. Ну и все, в принципе. Да, друзья мои, мы прошли довольно неплохо. Фарм, в принципе, тоже сегодня удался. И первое место мы занимаем. Это в четверг. Отлично. Так, в магазине у нас ничегошеньки нету. Энергию мы с тобой потратили. Точнее, не энергию, а предметы. Жетоны и все там подобное. Монеты, ну, к сожалению, пока еще не хватает.
Так, теперь я хотел посмотреть про осколки. Друзья мои, 210, а нам нужно сколько там? 450, насколько я помню, для... А, 400. 210, то есть неделя. Вот это у нас будет... так, сколько там дают? 75, по-моему, да? За первое место нам должны давать... Так, подожди, где же там посмотреть-то? Я уже забыл. А, вот, награда. За первое место нам дают 75 осколков. То есть получается... Ну да, долго, ребят, еще. Это будет 285 плюс еще 75. Это будет 300... Ну да, еще 2 недели нам кружится. Ну и ничего страшного, поверь мне, они пролетят в одно мгновение. Кстати, погоди-ка, это что такое? Ежедневок нету. Так что, друзья мои, на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасают всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков, ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в Синемон. Его кредо по жизни ниндзя-закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты-ниндзя, черепашки-мутанты-ниндзя, черепашки-мутанты-ниндзя.